сколько раз мы играем Е3 перебором. Начинай. Лейла начинает. Артём. Ярослав, послушай. И... Раз. Е уже. Ми мажор. С Артёмом ты не спеши, у тебя вместе с нами. Раз, два, три, четыре. Аккорд ми мажор и счет. Раз, два. Первая струна пятый лад, то есть нота ля, си, до. Ля, си, до. И... Раз. Дальше. Ты запомнил? Нет? 5, 7, 8. И одним пальцем. О, у него по прозвищу. Как у тебя, Артём, прозвище? Чибис. Чибис, да. И у нас тут... Хрустальный комбат. Хрустальный комбат. Хрустальный комбат. Возьми гитару. Аккорд ля минор. Давай. АЭ. Три. Там парада. Два, три, четыре. Раз. Фишка в чем? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Артём, играем с тобой мелодию. Раз. Два, вторую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично. Специально для Никиты. Никита молодец, выучил. Потом, смотри. 5, 8, 5, 7, 8, 7, да, 5. Потом. Раз. Что тебе нравится в наших занятиях на гитаре, в нашем кружке? Получаешь очень много нового, социализируешься. Получаешь очень много нового опыта, социализируешься. Это открываешь новые горизонты в игре на гитаре. Ты становишься, наверное, более... Осваиваешь новое мастерство и лучше с каждым занятием в нем становишься благодаря Борису Викторовичу. Вот что я хочу сказать о наших занятиях гитарой. Артём, расскажи, пожалуйста, после первых занятий на гитаре пальцы у тебя сильно болели? Да, очень сильно. Что самое сложное, когда ставишь аккорды? Наверное, правильно зажать струны, чтобы они хорошо звучали. Никита, расскажи, пожалуйста, что у тебя за гитара? И почему именно вот ты играешь на такой гитаре? Это Yamaha C40. Она мне больше всего нравится, потому что она с нейлонными струнами, и пальцы, как на железном, не болят. Вот. И тут более удобные лады. Лейла, скажи, вот как... Есть ли отличия в занятиях между... Как играют на гитаре мальчики и как играют на гитаре девочки? Или это не имеет значения? Не имеет значения. Теперь следующий вопрос. Как ты считаешь, двойки получать на занятиях гитары так же страшно, как двойки в школе? Нет. Почему? Это же не школа. Это же все равно же занятия у нас. Или здесь у нас весело и эх. Да, это весело. Да, это весело. Ярослав, расскажи, пожалуйста, про свою любимую музыку, которую ты любишь играть на гитаре. Вот. Как здесь, на занятиях, так и дома. Я люблю играть музыку AC/DC Zundackstruck. Это моя любимая музыка, я играю ее и на занятиях гитаре, и дома. Мое пожелание, чтобы дети больше играли и дома на занятиях. И я счастлив тем фактом, что в нашем совхозе имени Ленина все больше и больше у людей появляется гитара дома. Вот так вот.